Всем снова привет. Вот уже прошло полтора часа, и печка мне пропикала, что можно вытаскивать. Так что сейчас я попробую. Ух. Жарко было здесь, однако. Вот у нас что получилось. Вот такая вот картошечка. Ну, она маленькая, наверное, пережарилась немножко, потому что видно, да, вот есть какие-то коричневые. Но я думаю, что это вкусно. Ух ты, здорово. Нет, здорово. Она как раз вся пропеклась, но корочка у нее есть. То есть у маленьких кусочков есть корочка. Это вкусно будет. Ями. Очень вкусно. Так масло на ней стоит. Лежит. И блестит. Вот такая получилась, на ломтиками раскрылась. Класс. И так, что ломтиками, она вот такая стала. А это я просто истыкал вилкой, поэтому даже не видно, где и что. Вот если раскрыть... А! Горячая. Главное, я подождал. Минут 40, и все равно еще горячая она. Ну, вот такая прелесть получается. Ну, мне большая очень нравится. Ну, вот я, конечно, вот эта маленькая, если вы помните, она была красная картошка, красная. Вот так она получается очень и очень вкусная, эта картошка. Очень вкусная. Ну, и эти тоже, конечно, хорошие. И дальше уже их можно надрезать. Вот такие картошки можно их надрезать по центру. И сюда что-то можно вставлять, наливать. Горячая она еще. Вовнутрь можно наливать какие-то соусы. Ну, обычно масло ставят вовнутрь, сыром. Можно даже какие-то овощные соусы вовнутрь. Получается очень и очень вкусно. Вот так что готовьте, кушайте, наслаждайтесь. Жизнь только одна, поэтому картошку нужно лопать. Всего хорошего и удачи вам!